Следы уходят в реку. И все. Слушайте, давайте, может, как-то с родителями поговорим, чтобы не отпускали пацанов по ночам гулять. Ты сводки смотришь вообще? Каждый день сотни людей пропадает. Страна твоей мечты строится. Вообще хоть что-то про своего ребенка знаете? Куда он ходит, чем занимается, что любит? А? Фактов нету никаких! Несостыковки сплошные! Вот пускай это будет на вашей совести, это же ваша версия! Я смотрю, так вот и получилось совестью озаботиться. Зато вы ее где-то вдвоем проебали. А, скальп с него снимешь. Вот если это не поможет, я предпочту, чтобы эта сука лежала так мертвой в коридоре. Я согласен с Наташей, надо здесь его убить. Тебе нравится быть животным и жертвой. Чем ты от него отключаться тогда будешь? Да, я ни на что, блядь, повлиять не могу. У меня выбора нет, нихуя нет. Есть только власть, и я ей воспользуюсь. Че несешь-то, а? Че ты несешь, Валера? Ладно, одна, ну ты-то че, а? Это мораль, это то, что отличает нас от животных. Значит, я животное. Где мальчик, а? Где мальчик? Возьмите мое царство, возьмите мое царство. И теперь, когда ты больше не мой начальник, я могу тебе сказать, что ты нам не нужно твое царство, нам не нужно твое царство, нам не нужно твое царство, и корона твоя из клёна. Там пришла мать. В общем, мать мне звонит. Прошу ее сюда приехать, помочь ему разобраться. Надо мою маму! Возьмите тогда глаза мои, чтоб они вас сплетни не видали. Нам уже не нужны глаза твои, нам уже не нужны глаза твои. Побывали уже в глазах твоих, и все, что нам нужно, взять.